Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Терех и Вампир, и мы продолжаем проходить Мотамнезии. Здравствуйте, дорогие друзья, мы проходим Мотамнезии под названием The Four Horsemans, Horsemen, Четыре всадника. Мы герой, наше имя Алистер, нам 19 лет. В очередной раз напомню, что у нас есть дочка, мы ее изучали в 11 лет, и мы бродим по замку. Всем приятного просмотра. Ты прям вообще, как будто вот именно сидишь его... Завидую. Не, ну не завидуешь, а именно все время... Че он записал, кстати? Найди путь на кухню. Вот это, наверху. А, блокирован газом. Найдите что-нибудь, что даст, типа, иммунитет или что-то такое. Ну, просто замечательно. То есть я тут не пройду вообще никак, что ли, да? Ну, блин, может по бокам он пройдет. А, ну тут все равно есть куда идти, господи. Немало так, я бы сказал. Сколько ходов тут, конечно. Еще потупить придется. Сколько мне масла? Масло набрал довольно. Так, что тут? Надо трудницей воспользоваться. Офигеть тут ходы. Убери свет. Лампу убери, светишь. Ага, и вот включи. Тут. Именно выключи, включи. Ух, египетская охренеть. Сила. Да глянь, ну... Короче, это все время будем тут бродить, я так понял. Просто ты глянь, сколько ходов. Сколько полок. Да, кролик наркоманский. Смотри, какой прикольный вообще. Опа. Ой, мне это не нравится. По-моему, будем химичить. Просто в одном моде я похимичил уже. И чё? Ну, помнишь этот? Вот, который ни хрена он не химичит. Как же он назывался-то, блин. Ну, где мы как раз кнопки искали. Понял, да. О, а может он вот тут наберет себе кислоту? Нет, не хочешь. Ох, опять масло. Да, дают его не много. Не может это бродить, значит. С ума сойдешь. Свинка. Что-то да, за вас. Еще там сзади ходов было дофигища. Да, все, наверное, значит. Блин, ой, тут запутаться можно, конечно. Блин, ну пугайте меня, скримеры, хотя... О, блин, ну Валерка пугать не надо. Скримером и хотелось. Бро! Вот, кстати, по-настоящему мы его должны были догнать. Он вилку медленно шел. Да. Мы должны были еще прямо за спиной ему оказаться. Он куда-то пропал. Он именно это. Сейчас смотри за угла такой, на, по щам. Трудница. Не, туда не пройду. Камера. Что? Девочка орёт, нет, не трожьте меня. А, да это пусть сидит. Ой. Че здесь, конечно, творится, да? Сколько ходов-то? Обалдеть. Это, конечно, круто, да? Разработчик постарался на славу. Но Валерка... Валер, заходи. Че он не заходит? Валер, подожди меня. А, блин. Куда он ушел? Вообще чисто с ним сегодня не бегаем. Он, по-моему, на телепорте. Это как-то в одном моде был который с обрубленным лицом. В каком-то моде, по-моему, тоже, помнишь, был? А, или тебя не было? А что? Он портался. Чисто через стенку как-то проходил. Не видел. А! Подышал, называется. Все, я, по-моему, тут все обошел. Только вот тут не был, по-моему. А, нет, я тут пришел. Нет, там просто еще ходы было куча. Не все обошел. Ты уверен? А? Да. А! О! Я же рядом бежал! Пиздох он все-таки. Да. Мне надо найти, короче, лабораторию, чтобы я смог пойти через этот. Да-да-да. Ты там не все прошел. Почему не все? Вернись в тот проход. Где-то вниз спускался. Там же прямо можно было до хрена кого-то пройти. Вот тут? Подожди, я вправо посмотри. Че, не понял, где это мы? Мы отсюда вылезли. Вон, Валерка прошел там, помнишь? Мы тут уже все сделали. Я тебе говорю, все. Справочка. Мы ходили туда, значит, сюда изначально, чего не помню. Вот лаборатория, чем-то не было. А, ту, я уж такой слепой стал, я не знаю, что будет дальше, блин. Ну, реально, я слепым стал. Во, здесь он как-то нормально именно. Бери, светишь. Вот, видите, здесь нормально наливает, а то вот... Помнишь? Нормально наливает, а то помного. Во. Ура. Так, теперь. Баночку, скляночку. А куда он здесь? Он ее настолько здесь поставил, что банк уже не гнет. Ну, это нормально. Он через стол, там дырка в столе, на самом деле, и все нормально будет литься. Я помню, у нас сейчас баночку поставить, наверное.
Я так думаю. Он может еще как-то по-другому. Я бы с радостью, ну куда? Не-не-не, под стоп его поставил. Это как будет выглядеть? Ты просто это себе представляешь? Под столом. И оно будет литься как-то. Попробуй с той стороны, там видишь, третья, еще одна банка стоит, он в углу. Вот у нее попробуй. Ну, ой. Че? Ну ты взял. И куда она делась? А, поставь себе свою банку. А он спать лег. О, встал. Я ничего не понимаю. Я сам не понимаю, что... Поставь эту банку ее, короче. Он же присел. А, слушай, он ее выпил, у него теперь иммунитет, короче, к газу. Все, понятно, иди, короче, через газ не бойся. И сейчас ты поздыхаешь, и я молчу. Типа, я не виноват был. Гол через газ, короче, мы крутые. Вперед! Ура! А, он что-то пишет себе. Любовь, он обрадовался, что работает. Нет, нереально, нереально. Чусь. Короче, очистится от газа, что-то, не знаю. У него, короче, только односторонний эффект, походу. Короче, побежали туда. А куда идти-то? Газ ты... Через газ. Вот тут? Мы нет, были. Назад. Через газ иди по прямой. Так. Там не был. А-а-а. Ту, не... Ай. По-моему, я сдохну сейчас. Побежал через газ, да? Не, ну, он же не боится газа, что он сдох. Не знаю. Пожалуй, быстрее бежать. Надо. Может, что-то... Да не, реально. Может, что-то он не то выпил. Да то он все выпил. Он же... Ты до этого вообще еле прикасался, сразу подыхал. А тут нормально. Так я тебе... Вот давай спорим, что вот тут я буду идти и буду еле прикасаться, он будет... Видишь? Еле прикасаюсь, вообще не там нахожусь. О, и то долбит еще стоит в меня, видишь? О, видел? И ты будешь со мной спорить еще. О, зато его тут не было, куда-то поднялся. Че за бред? Вот он выпил что-то не то, по-моему. Он, по-моему, наверное, водку для храбрости. Выпил и побежал. Интересно, он не может задержать дыхание, там вот, пробежать этот небольшой коридорчик, блин, 10-метровый. А если что, там обратно вернуться. Да это, блин, все-таки он такой персонаж у нас. Без руки, без. О, газ убрали. Вытяжка, видишь, работает, весь газ уходит. Не знаю, для чего он пил, короче, эту фигню. Mm-hmm. Просто не понимаю. Все равно вздыхал. Как без этого напитка, как с этим напитком, неважно вообще. Лампу наш уберешь. Светишь. Че за дискотека? Ну газ утягивает. Вытяжка. Очень класс. Видишь, на грибы на это смердят. Капец, ну, просто, блин, сколько тут этих грибов. Так, может сейчас сферу он будет собирать? Да, по-любому. Сколько грибов, а? Как раз тут видишь, типа, хрен. Что? О, ничего. Он сферу стырил. Ничего. А это сюда не хочешь ставить? Попробуй эту зеленую хрень со сферами соединить. Нет, блин, понабрали какой-то. И ходим теперь с ними. Так, ну наверх я поднялся, ничего там я не обнаружил. Назад бежим, где сферы ставят. Это вообще туда валит, ты хочешь сказать? Не, ну вообще назад. Где сферу надо было ставить? Ну да. Сейчас, подожди. Далеко назад. Только не помню, где это. Может, все-таки, блин, надо банку было подставить, тебе не кажется? Да. Вот сюда. До сих пор жидкость здесь лежит. Банка пустая. Не хочешь налить? Хоть чуть-чуть. Попить хочу. Да ладно, понятно, все с тобой. Да, но я не понимаю, для чего он пил тогда. Ну бог с ним. Все, тогда валим, короче, отсюда. У нас есть еще одна сфера. Не знаю, куда ее. Ну ладно, пофиг. Че там по времени? Успеть. О, так. Наверх. Наверное. Ну вот тут не были еще. Давай, наверное, по всем пройдемся, а потом уже будем думать. Ну давай. Капец, реально, сколько ходить тут, конечно. Так. Где-то мы еще появились. Что вообще я ищу? Что он хочет найти? Здорово. Вот они молодцы, прячут свои проблемы. Ну, а эти, вон, глянь, он лежит, он нормально, пьяный. Так, там также, небось, два мужика стоят, да? Просто я убедиться. Ну да, так же. В каком-то морге мы, как будто, такое чувство у меня. Давай, открывай.
Звуки всякие странные. Ну, это соседи. Это соседи наглели уже именно. Имейте совесть, соседи. Так. Здорово. Это Валерка. Или это не Валерка был? Не знаю. По зубам вроде Валерка. Ай. Хотя нет, вообще. По зубам не Валерка. Ты чё путаешь? Не знаешь, что ли, как родной Валерка у нас болтает? Блин, Валерка. Я просто забыл такое болтать. Остальные дела. Идиот. Я не знаю, конечно, сюда зачем я полез. Ну, прикольно, да. И, по-моему, я не вылезу. Попробуй вылезти, конечно, попасться. Коробки там возьмемся. Вот эти. Ой, а он что ломает? Блин, что это? Он пол ломает. Че он делает вообще? Не, ну это не мой персонаж же пол ломает. Ты что с коробками? Вы что, курите, что ли? Блядь. Я полетел. Все, улетел. Что? Нет, это не вылез. Хоть бред вообще полный. Надо валить, тут какая-то обкуренность вообще, реально. Ой, блин, ну. Такое можно только увидеть в Амнезии просто. Ни в одной игре вы такого не видите. Ой, да, я все-таки перепутал. А ты что, не слышал его, что он здесь? Да вот я, блин. Да, он танцует. Да, он кряхтит тоже. Все танцуют. Босиком на песке. Так, ну же. Танцуй. Танцуй. Танцуй, пока молодой. What the fuck, блин? Он какой-то кофе делает. Танцуй, пока молодой. Или классно. Ну же, танцуй, кусок говна. Ты хороший. Он, блин, темп нужно, ты вот сбивай. Ну по башке ему больно. Как он делает? Блин, обратно мне прикатил. Спасибо. Не нужна твоя бочка. Мне свое есть. Все, я пошел. Домашнее. Все, надо идти. Да, прицелься, чтобы боку мне повернуть. Не-не-не, надо идти, он меня зато не видит так. Да вообще ни разу не видит. Развернется, даст тебе план. Ну тебя в клуб не пускает. Танцы пока молодой. Блин, потихоньку, пират. Сейчас будет бежать за мной. Решил в клуб попасть, типа. Он бежит за мной, да? Да, по-моему, да. Уже отстал. Все отстал. Еще такой нет. Ну я ошибся, да. Так, тут двери от механизма открывают, тут закрыто вообще. Что тут? Ну круто это. Они решили бочки напугать. Класс, говорит. Так, что тут? Опять масло. Не, ну для угнетения норм бочка покатилась. Да? Угу. Так, ну и долго крутить будет. Тут мог испугаться прям. Бочка катается не сама по себе. А на ней их тут катается. Тихо. Так. Ну и чё, я покрутил, и что открыл? А, там же был механическая вот эта фигня, вон она. А, закрыт. А что я тогда открыл? Интересный вопрос, да? Интересный. Да, вот именно интересный. Давай еще раз покручу. Там звук вообще есть какой-нибудь? Нет. А, нет, вот сейчас есть. О, интересно, детский пляж, вон открыл. Сейчас есть, да. Давай, давай, как Майкл Джордан, ты должен пролететь. Ой, все, прикинь, ты теперь отсюда не выберешься. Пофиг, зато залез. Че? А, нет, я уж подумал, я все. Да. Нет, тогда бы это, понимаешь, это косяк разработчик бы все-таки виноват был, по-моему. Так, все, ладно, ладно. Брат, мы тебя не вернем. Или нет? Так. Ну же. О, а тут вообще 30. А, фиг там. 15. Так. А мы тут были, по-моему. Что-то все открыто. А, не что были. Я такого не помню. Да, не были. Ошибаюсь. А! Что? Лёх, тут дверь. А ну открой! Яблоки все приныкло, закрываются. Ну, Лен, тут жрал, несколько хлеба. Офигеть. Тут. Именно сидел, жрал, картошку тут жарил. Полк может просто, блин, месяц жить. А сколько яблок ты? Охренеть, просто. Вот это схрон. И метла одна.
Убирался иногда. Офигенно, просто. Офигенно. Да, он тут сидел, жрал, короче. Я тут, блин, я вот эту жену хочу сейчас. Я бы сам тут остался. Я бы хлебушку сварил. Картошечку. Я яблочный бы салат. Я считаю, блин, картошка это самая вкусная вещь. Да, жареная. Угу. Так, ну и чё, открылись двери, и, по-моему, и там рычаги. Потата. И что это такое? Картошка. Потата. Типа они сюда что ли скидывали картошку что ли? Наверное. Бомб потейтос это, по-моему, картошка, если не ошибаюсь, конечно. А это что? Хлеб. Не, ну я не думаю, что мне надо к хлебу или к картошке прыгать, это глупо, по-моему. Кто-то идет за картошкой, по-моему. Тихо. Первый покупатель. О, Катерина, дочка. Она ходит! Именно. Она летает. Охренеть, это новый монстр, что ли, будет теперь? Да это твоя дочка, какой монстр. Да! Кстати, свинью надо пойти. Голову скинем. Слушай, может тут мясо справа? Ты куда ты идешь? Иди сюда. Там тоже что-то можно сказать. Помнишь, как мы это? Шикибар. Шикибар. Так, ладно, все хорошо. Так, что тут написано? О, мясо скинь туда. Может, надо во все места что-то скинуть? Туда мясо, туда яблоко. Давай, кусок говна! О, им понравилось, слушай, музыка такая пошла, типа ты отгадал загадку. А, интересная загадка. Ну не сложно. Фрукты. Фрукты. Яблоки. Ну а, ну тогда все, идем за яблоком, идем за картошкой. Ага, сейчас. Ну да. Ну мясо мы скинем. А представь, я сейчас бы другую кинул, вот я бы лоханулся. Я и говорю. Подожди, тут дверь же была. А, вот. А тут больше мяса нет. Так, картошка. Прям мешок, бери что-то там. А, ты уверен, что он с картошкой-то? Да, бери его. А и яблоко, ты тоже мешок будешь брать? Что-то как бомж, бери мешок картошки. Вот и все. Так, только не перепутай. Это ж к яблоке. Яблоки. Короче, вон тут слева. Вон туда, короче. Не, ну блин, ну это не яблоко. Ну ладно. Чё? Кто закрыл? А он не говорил яблоко. Он сказал фрукт. Ой, я вообще хотел сказать, что баг. Нет, именно кто-то забирает туда все время. О, ништяк. Песня спел? Да, еще. А, ну значит все правильно мы делаем. Давай теперь мешок картошки ему дадим, и он будет доволен. А, еще. Буханку хлеба ему. Или. Я не думаю, что в мешке. Хотя. Тут же нет мешка. Вон можно тянуть со стола. А, вижу буханку. Все. Она, по-моему, сейчас будет, не помню, где. Провет перед тем, как кинуть. Да, вообще кинем. По-моему, справа было. По-моему, тоже. Кто закрывает все время? Валерка, имей совесть. Да, ништяк. Хлеб. Хавай, отлично. Песня спела? Угу. Ну все, значит, отлично. Правильно делаем. Так, и что он там у нас спросил еще? А, в картошку. Картофанчик. Это и есть картошка? Да. Тихо. Блин, как я хотел сейчас себе. Потому что я сейчас пошел бы кинуть в кастрюлю. Так. Ой, хорошо было. Все, сейчас музыка спает. Отлично, пошли. Все, наконец-то. Это было нетрудно. Было прикольно, если честно. Да-да-да, это что-то такое новенькое. Че, опять что ли? Сверху. И сколько мы... И ключ, там ключ на полу. Где? Вау. Вот. Ух ты. Интересно, я от чего он? Кей. Просто кей. Как будто у нас там дверей мало. А, ну мы сейчас можем наверх подняться. Я не пойду назад просто. Вообще, блин, три сферы, не просто. Ну, одна у нас не полная сфера. Да. Я боюсь, вот это и есть выход. Да. Окей. Почему ты боялся? Не знаю. Лол! Не старался. Да, этот мод как-то пока что не страшный. Боюсь, он до конца игры такой же останется. Но прикольный. Да, прикольный момент. О! Ух ты. Это... Деревянная рукоятка. Ну я умею считать. Так, ну и что мне делать-то с ней? Ой, это где это? А, это все, я понял. Тут этот стоял, как его. Помнишь? Охранял. Да, да, да. Вечеринку. Там ползали по полу. Искали что-то. Подожди, а для чего мне он? Деревянный. А, может сейчас там отломано теперь. Вот это сейчас я небось отломится, да? Ну-ка. Ну это понятно. А он не бежит там за мной? Да пофиг. Да давай, пофиг. Мотай пока. О, деревянная даже лучше, удобнее. Угу.
Все, короче, валим. У нас есть две сферы, одна неполная. Было прикольно, если бы сейчас мужики напугали, блядь. Или превратились бы в двух валерок и побежали с тобой. Да, это круто. Ну почему такие фишки не делают? Это уже... А, даже мы даже в двух дверях еще не были. Подожди. Мы с другой двери... А, не... мы сюда же ходили? Да. Тогда одна осталась. Да-да-да, вон там были, там были, там были. Одна дверь осталась. Вот она. Как он говорил про эту дверь... Ну, вот клинер. А! А, что ты мне предлагаешь туда? Ох-ох-ох-ох-ох. Сферу можно поставить. Только куда их можно поставить, я не... Ну да, там дверь, все правильно. Туда надо. Сферы. Куда же вас поставить? Может, твой тебе голубый хрен? Бред. Назад меня не пустят. Я это следовало ожидать, но... Блин. А, подожди. А, мне показалось, это чаша, куда надо ставить. Тут закрыт. Там я был. Там я был. Был. Блин, надо откуда-то... Ну, тут было, можно было вставить сферу. Давай туда пойдем. Показал, что рыцарь двигается. Вот она. Потому что тут вообще не было сферы, как вы помните. Ну да, тут надо поставить, чисто. Ну же. Ну же. Черт. Вообще ничего не подходит. Тут наркоман. Чувак, помоги, что делать? А может это стекло разбить? Давай это что-нибудь потяжелее, чем череп какой-то. А что из тяжелее найдешь? Вон, вот эта хрень. Сюда нет. Блин, наковальня, может... А? Может тебе сферу надо разбить? Зачем? Соединить до сферы, спаять. Блин, ну, у него настолько тяжелый, мы мало того, что он бежать с ним не может. Я удивляюсь, реально. Да. Блин, я вообще все не знаю, просто не знаю, куда идти. Назад вернусь. А что там делать? Держик соединить-то можно... Вообще не знаю, куда... Может, он спать опять хочет? Ну, иди поспи. Теперь ты у хата, типа. Не, он спать не хочет. Блин, ну вообще просто безысходность. Чё делать-то, блин? Может, откроешься теперь, а? Мужики. Крути дверь. Вообще не знаю. А сколько мы там записали по времени вообще? Да, минут 20, может быть, 5. Ох, ну по-моему, надо закончить серию. Хотя сейчас я подумаю. О! Да вроде, блин, не было тут. Может, через сферу поставится там за гоночные двери? Это бред, я согласен. Просто я думаю, что, наверное, надо заканчивать. Потому что... Думать отдельно. Ну да, уж в следующей серии додумаемся там уже и... Скажем. Блин, я вообще не знаю. Чё ему надо? Ну, блин. Сферу надо поставить. На рычаг? Mm-mm. Хотя даже... Попробуй. Ну, бред, конечно. Сфера с банка сидит. А, подожди, у нас банк же есть, да. Пустая банка. Он до сих пор не в нее ничего не набрал, блин. Да и... Хотя в какой-то комнате было масло, бочки были раздувачены. А было или не было? Было где-то, черный на полу с маслом. Как думаешь, куда пойти чисто вот? В какую дверь думаешь? Ну то я не знаю. Все-таки реально давай, наверное, закончим серию. Ну, да. Ладно, надеюсь, вам понравилась серия. Да, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. Оставляйте комментарии. Ждите продолжения. И всем удачи, всем пока. Всем пока.